1964 года факультет возглавляли женщины. Приход к власти энергичного мужчины был своевременен. В первой половине 90-х годов факультет переживал трудное время. Усиливался отток преподавателей. Кадровые проблемы значительно усложняли работу кафедры факультета. Мы благодарны всем преподавателям, которые продолжили работу на факультете. Вместе с ним пережили это трудное время. Хранили его традиции и помогли собраться силами и еще энергичнее устремиться вверх. К новым успехам! Такими надежными, преданными факультету преподавателями, которые считают очень важным воспитание лучших человеческих качеств студентов, всегда были Людмила Дмитриевна Загуменова, координатор связи между кафедрой немецкого языка, школами Челябинска и некоторых городов Германии, и Людмила Ивановна Власова, влюбленная во французский язык, патриот факультета. Прекрасные педагоги, активные участники общественной и культурной жизни университета. Мы знаем их как прекрасных исполнителей романсов и не только романсов. С 1995 года кафедру английского языка возглавляет Наталья Ефимовна Кунина. Кандидат филологических наук, эксперт по фразеологии и истории английского языка. Любимый руководитель, любимый преподаватель. Как руководителя ее лучше всего может охарактеризовать английский эпитет approachable. С Натальей Ефимовной можно обсудить любые проблемы. Она подскажет, поможет, посоветует. И каждый преподаватель на кафедре старается соответствовать имиджу. Ирина Александровна Орлова успевает все. Заместитель декана по учебной работе, методист, грамматист, много путешествует. Делает отличное расписание и радует студентов живым страноведением. Вера Павловна Новикова. Кандидат филологических наук. Очень артистичная натура. Знаток премудрости перевода. Подготовила не одно поколение переводчиков на лингвистическом отделении факультета. Людмила Федоровна Хафизова. Давно коронованная студентами королевой практической грамматики. Сегодня воспитывает их на личном примере. Студенты с ней в ежовых рукавицах. И по ночам грамматика им снится. И всем она внушает уважение. Мы правила любое явление определить сумеем без труда. Ведь объясняет нам грамматику она. Седа Витальевна Лескина. Доктор филологических наук, имеющая к тому же большой опыт воспитательной работы. В течение нескольких лет возглавляла воспитательную работу на факультете. Была инициатором и организатором первых репетиционных ЕГЭ по иностранному языку. Зинаида Владимировна Возгова. Интеллигентная, эрудированная женщина. Кандидат педагогических наук, имеет большое количество научных публикаций. Очень перспективная в научном плане. Кафедра возлагает на нее надежды, как на будущего доктора педагогических наук. Марина Владимировна Смирнова и Марина Геннадьевна Федотова. Отличные преподаватели. Очень важная особа не только на кафедре, но и на факультете. Будучи председателями УМК, отвечая за совершенствование учебно-методической работы на факультете. Юлия Владимировна Маркина, куратор переводческих групп второго курса. Тонкий знаток английского слова, знает, как научить студентов эффективно работать со словарем. Вера Викторовна Машкович, аспирант кафедры русского языка и научная надежда кафедры английского языка. Ольгу Александровну Пасюкову знают все преподаватели и студенты факультета. Она незаменимый помощник замдекана по организационной работе. И несмотря на большую занятость в деканате, кураторскую учебную работу, учебу в аспирантуре, Ольга Александровна незамедлительно прилагает помощь каждому, кто в ней нуждается. Алла Юрьевна Гарбузова. Замечательный преподаватель. Куратор первого курса, обворожительная женщина и мама троих чудесных детей. Кафедру французского языка до 1993 года возглавляет Валентина Васильевна Пасенкеева, удивлявшая коллег и студентов дерзкими начинаниями, которые она непременно осуществляла. С 1994 года кафедра заведовал Виталий Яковлевич Лескин. В 2008 году кафедру возглавляет Анастасия Леонидовна Тихонова. Кандидат педагогических наук, член Ассоциации преподавателей практиков французского языка, руководитель лаборатории профориентации учащихся средних школ. Особенностью кафедры является то, что она очень молодая в смысле возраста работающих на ней преподавателей. Несмотря на молодость, четыре преподавателя уже защитили кандидатские диссертации. Это знающая тонкости французского языка Наталья Валерьевна Отводенко. Миниатюрная, но очень яркая и заметная Светлана Юрьевна Сусок.
Элегантная Мария Ивановна Окружная. И сверхответственная Татьяна Александровна Обухова. И уже определились с темами научных исследований неунывающая Юлия Леонидовна Смирнова. Жизнерадостная Ольга Валерьевна Юнгера. И самая юная лицо кафедры Александра Николаевна Евдак. Все чаще в Париже бываем, в Берлине бываем и в Боннах. По белому свету летаем, за иены, за марки, за кроны. И счастливы, что наша родина здесь, где так чувственно склоняются осины. И холодок исходит от берез. Маргарита Монахова. Ширь полей. Yeah.